Всем здорово, Неформат на связи. Сегодня в Bar & Club проходит ебейший ивент. Сегодня выступит американская панк-рок группа Casualties. На разогреве у них выступит Красные Чулки. Атмосфера возле бара обещает полный разъеб. Люди подтягиваются в предвкушении предстоящего мероприятия. Ну а мы скоро зайдем в этот бар и посмотрим, что там преподнесут нам наши американские друзья. About this performance, about these people, about this city? I feel great. It feels like we're all one, you know, we're here for the same reason. We are equal. And we're all family. Yeah. It feels like we're family. I love the environment, you know, like I feel so much better playing in a stage like this than like a big stage where there's a barrier between us and the crowd, because you're just like, when everybody's close like this, it's so much, like it just feels so much better, you know? And I play better, too. Yeah, so it's just like you played amazing. You vibe off the people, you know? And I feel like we're all the same. We're here for the same reason, you know what I mean? We just love music. Hell yeah, we love punk. Yeah, welcome to Almaty, thank you. Thank you. So how you feel about this crowd, about these people, about the show? It was wild. I had a blast. It was so much good energy and so much heat. I was getting dizzy playing back there. It's all of you. Thank you for this performance. Yeah. Welcome to Almaty. Glad we made it. Thank you. So how you feel about these people, about this crowd, about this performance? Amazing show, amazing people. Can't wait to come back. Okay, thank you. Welcome to Almaty. Thank you. How do you feel about this concert? How is the crowd? It is great. These people. True street punk, like true punk. True punks, yeah. That's Almaty. Welcome to Almaty. Thank you. Юля Пёса, опишите эмоции от прошедшего концерта ваша. Ебейше. Я вообще не ожидала, на самом деле, что я смогу так отыграть. Потому что что-то вот у нас вчера была репетиция, я вроде играла криво, а потом вышла на сцену, вся на нервах, думала, что отыграю хреново. Но по итогу у меня вышло отлично. Я сама себя в шоке, потому что я смогла вывести. Я сделала красиво. Вот. Я горжусь собой за этот гиг, я горжусь Юлей за этот гиг. Спасибо. И мы гордимся вами, вы сыграли отлично. Спасибо большое. И, типа, люди тоже сделали, типа, они прямо охуенная публика была, поддерживали максимально. Да, на самом деле, вот этот вот заряд энергии, когда ты чувствуешь коннект с аудиторией, это многого стоит. Спасибо вам большое. Увидимся. Увидимся. Ну что же, концерт подошел к концу. Это просто было месиво. Я весь мокрый, я как будто в бассейн сходил. Это просто пиздец. Casualties разъебали, Красные Чулки разъебали. Народ уставший, все уже разошлись. Я думаю, сегодня все будут спать хорошо, потому что концерт вышел просто ебейший. Неформат с вами. Увидимся.